Мир, труд, моя жвачка, спорт. Понятно, что эти часы, это MSFIT Ares, они больше не про спорт даже, а про фэшн. Так же, как MSFIT, которые я сейчас ношу. Они стоят в районе двушки, кстати, посмотрите на канале обзор. Но о чем я хотел сказать? О том, что все еще глобалки нет, все еще китайские продавцы обещают, что скоро переведут прошивку. Сообщения приходят на русском. Тактильно нереально приятный. В принципе, по цене очень дешевый девайс. И я о нем рассказываю, потому что, в первую очередь, он мне понравился. Во вторую очередь, на Али их стали продавать. До того, как их продавали на Али, можно было купить у перекупов через кого-то там. И это выходило очень дорого. Сейчас за утрированно внешний вид вы можете получить довольно неплохой девайс. Логично, что пульс он отслеживает, шаги отслеживает, сон отслеживает. Никаких негативных эмоций у меня лично не вызывает. Магнитная зарядка у него простенькая. Ремешки купить сейчас проблема, и все еще проблема, хотя он довольно давно продается. И лично я верю, что прошивка на английском появится. Плюс трансфлективный дисплей. А знаете, почему вы смотрите этот обзор, скорее всего, и не выключили его? Все просто. 40 дней автономности, можно сказать, что это как бип. 58 на YouTube. Всем привет, вы на канале Пользанет, меня зовут Саня, розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны в описании к видео. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. 7 обзоров в неделю, иногда больше, иногда чуть-чуть меньше, подписывайтесь с колоколом. И сегодня я расскажу вам о часах MSFIT Ares, умных часах, спортивных. Полетели! Упаковка часов сделана в аналогичном стиле с другими продуктами, такими как MSFIT Neo, допустим. Белая коробка с минималистичным дизайном, на которой есть базовые спеки, на китайском, правда. Наименование модели и изображение самих часиков. В комплект входит руководство пользователя и магнитный шнурок для зарядки. И без душка клея, к сожалению, здесь не обошлось, но не критично. Летим дальше. Поставляются часы в двух цветах, черный и армейский зеленый, который я как раз и купил. Корпус изготовлен из прочного поликарбоната и имеет влагозащиту 5 атмосфер. На корпусе расположилось 4 механических кнопки с резиновым покрытием и светодиодный индикатор уведомлений. Люфт у кнопок минимальный, что несомненно радует. Вокруг экрана достаточно приличные рамки, я бы даже сказал огромные. С тыльной части, прилегающей к руке, размещены контакты для магнитной зарядки, мультиспектральный сенсор ЧСС типа биотрекер ППГ, обычный пульсометр. Из датчиков также на борту трехосевой акселерометр, барометр, GPS и зумер. Ремешок здесь один из самых удачных у производителя, силиконовый и эластичный, но он нестандартный, для замены придется подыскивать похожий по посадочному месту, что сложно. Чтобы заменить ремешок, потребуется специальный ключ, шестигранник и подходящие ремешки по размеру. Размер ремешка нестандартный, 20 мм укрепления. Размеры часов составляют 46 мм на 55 на 14 мм при весе 49 граммов. MSFIT Ares получили дисплей на 1,28 дюйма квадратный, трансфлективный, с разрешением 176 на 176 пикселей. Подсветка и стекло Gorilla Glass 3 версии. Дисплей точно такой же, как у первого бипа. Экран сенсорный, но для взаимодействия с часами в экстремальных условиях предусмотрены механические кнопки по бокам. Основная фишка этих часов – неумирающий на солнце экран. Чем ярче освещение, тем ярче работает подсветка, реализованная по принципу отражения через подложку экрана. Плюс трансфлективный экран потребляет меньше энергии, особенно в режиме Always On Display, который здесь присутствует. Хотя ночью я бы не сказал, что дисплей здесь супер яркий. Четырехступенчатая яркость, часы ориентированы на спортсменов и любителей активного вида отдыха, поэтому в них имеется более 70 режимов тренировок. В общей сложности часы способны отслеживать пульс, скорость передвижения и другое. Пульс в совершенстве измеряется и у стола, и у воздуха, и заодно у меня. Правда, случается это примерно 2 раза из 5. Измерение пульса есть круглосуточное и ручное, то есть перманентное, автоматическое и ручное. Также MSFIT Ares поддерживает систему First Beat, которая позволяет отслеживать информацию о состоянии организма и передавать ее на сопряженный гаджет в режиме реального времени. Для пробежек на открытой местности в гаджете предусмотрена поддержка GPS и GLONASS. GPS отрабатывает хорошо, карту строит не плохо, значит, телефон вам для пробежек, чтобы отслеживать трек, не нужен. Все уведомления, конечно, поддерживаются, звонки можно только сбросить, ответить часов, разумеется, возможности нет, нет микрофонов, смайлики не отображаются, сами часы полностью на китайском, а текст в сообщениях отображается, к нашему счастью, на русском языке. Но уведомления из мессенджеров можно не ждать, они к вам не придут, только SMS непосредственно через сотовую связь. Возможно, уведомления и можно как-то настроить, но я не знаю пока как. Отвечать на уведомления нельзя, только удалять. Свое фото на заставку установлено
устанавливать нельзя, есть встроенные циферблаты, их не так уж и много. По свайпам с главного экрана слева направо уведомления, справа налево тренировки. Сверху вниз быстрое меню настроек, снизу вверх быстрый доступ к виджетам. Трехступенчатая настраиваемая вибра, но топорная. Первыми двумя ступенями силы в моем случае я бы вообще не стал пользоваться. Звуковые уведомления на борту, утром может даже звуковой сигнал разбудить. Но не факт, правда, не такой он и громкий. NFC, разумеется, нет, но есть поддержка Alipay. И это вам погода, правда, не сделает, как вы понимаете, так как в наших регионах эта функция недоступна, естественно. Но если вы живете в Китае, welcome, можете ими платить. Сторонние приложения устанавливать нельзя, все на китайском, тяжело пользоваться, но можно приловчиться, за пару дней привыкаешь. Спасают, разумеется, картинки. И, к сожалению, даже английский пока установить возможности нет. Емкость аккумулятора 200 мАч, по автономности на одном заряде живут 40 дней с постоянным сопряженным смартфоном, приходящими уведомлениями и отслеживанием шагов. Отрабатывают 23 часа при непрерывном использовании навигации, заряжаются с нуля до сотки за 1 час 56 минут, музыку управлять через них возможность есть, работает хорошо, к Wi-Fi не подключаются, разумеется. Нагрудный датчик подключить нельзя, тем не менее, здесь 70 различных режимов тренировки. Повторяюсь, и среди них есть водные, что немаловажно. Защита 5 атмосфер, погружение до 50 метров, купаться в них можно, поэтому мои тесты с водой они прошли, разумеется, без проблем. Все девайсы MSFIT коннектятся с фирменным приложением, в котором можно привязывать аккаунт Strava для автоматической выгрузки тренировок. Приложение Zep время от времени работает, как вы знаете, некорректно. Доступно приложение на Android и на iOS системах. Благо в нем есть какой-никакой, но перевод на русский язык. Вкратце, традиционно можно отслеживать мониторинг вашего здоровья, отчеты об тренировках, плюс настроить весь необходимый функционал. Во вкладке с часами виден заряд аккумулятора, можно настроить уведомления, звонки, напоминания, настройки мониторинга показателей, обновления прошивки. Минусы – это старенький Bluetooth, нельзя подключить нагрудный датчик и беспроводные наушники, нет возможности вставить физическую сим-карту и eSIM, нет возможности отвечать на SMS и звонки, не приходят уведомления из сторонних приложений, сердечный ритм воздуха, к сожалению, показывают. Плюс весь интерфейс на китайском языке. И глобальная версия, разумеется, под вопросом, хотя информация о ее разработке есть. Будем надеяться, что скоро появится. Цена на Алиэкспрессе в районе $59, плюс-минус, все зависит от распродаж. Есть ли промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Резюмирую, часы для китайской версии хороши, отрабатывают они вполне неплохо, хотя я предпочитаю AMOLED больше, чем трансфлективный дисплей. Но тут, как я часто говорю, на вкус и цвет, товарищи. Большой плюс именно этих часов – это автономность. Для своей цены хороши, но не хватает функционала, связанных с общением, такого как звонки или ответа на SMS. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, поставить лайк за труды, написать в комментариях, что еще необходимо, по вашему мнению, мне купить для обзора. Скоро будут новые часы от Huawei, Huawei Watch 3, девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья!